посмотрите, прям даже нагибаться мне не пришлось к земле, к подстилке. Вот один из насекомых каких-то клубиков ползет прям по дереву береза. Так, вот еще одна тут у нас находится. И вот съемка ведется 9 октября. У нас потеплело. Вот еще один зелененький. Ближе не будем. И очень быстро, видите, как ползет он. Даже еще никакого намека на впадание в спячку у него нету. Так, где у нас тут вот этот наш первый? Поэтому фотографируйте, снимайте. Вот он у нас. И главное, записывайте дату съемки.